В Нефтеюганском районе за 5 лет ликвидировали очереди в детские сады почти во всех поселениях. Об этом накануне рассказала глава муниципалитета Галина Лепковская во время онлайн-отчета губернатору. Напомню, Наталья Комарова продолжает ряд встреч с главами муниципальных образований Югры, во время которых обсуждаются итоги и перспективы социально-экономического развития территорий. Так, в рамках нацпроекта «Демография» в Нефтеюганском районе почти удалось удовлетворить спрос на места в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет. Отстают по этому показателю только Сингапай. Но и там сейчас строят детский сад на 120 мест. К слову, в поселении в этом году в рамках нацспектра образования планируют открыть детский технопарк «Кванталаб». Всего же Нефтеюганский район участвует в 6 национальных проектах. Завершая встречу, Наталья Комарова отметила, что каждый из проектов должен сопровождаться лично руководителем муниципалитета.